Здесь между Уфой и Екатеринбургом переночевали. Потом прошли Уфу, где-то на границе Уфы и Татарстана, там небольшой кусок Татарстана задевает. Там остановились, потом за Самарой остановились, потом перед Саратовом остановились, потом где-то тут остановились. Так как тот дизайнер маленько нам неправильно сделал билборд этот, нам вот сейчас вот девочки-дизайнеры здесь уже заказали вот такие же наклейки, чтобы мы Симферополь сюда наклеили и Волгоград вот здесь наклеили. В Волгограде мы еще, кстати, потеряли, образно говоря, ну, больше полдня, потому что мы там ходили, отдали память Мамаеву кургану, естественно, возложили там цветы. Раз наш проект приурочен к Году Победы, то есть и все наши вот эти путешествия, оно занято с фотографированием, с посещением памятных воинских мест. Вот сейчас вот мы как раз вот заехали, здесь уже шли бои, то есть мы мимо каких-то воинских мемориалов или воинских событий, знаков, мы мимо не проезжаем, мы везде останавливаемся, фотографируем,